Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий проект «Америка для успешных» и Хвостович Лайф. Так, сегодня у нас будет поздравительное видео. Поздравлять будем меня. Да, я поздравляю меня, и вы меня тоже поздравляете с тем, что я получил вот этот вот пакет документов, в котором говорится, что я являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки. И в ближайшее время я буду делать паспорт. Сегодня мы будем делать с вами обзор небольшой на пакет документов. Ну и я вам расскажу непосредственно о том, как проходила сама церемония. В тот день я, к сожалению, поснимать не смог, потому что камера была на другом мероприятии, и съемки происходили там. Можете, кстати, посмотреть, это была украинская UTGEM, Ukrainian Tech GEM, украинская выставка программистов и IT-компаний в Сан-Франциско. Значит, перво-наперво, когда я туда пришел, это было большое здание, там было примерно 500 человек, плюс гости, там еще, наверное, человек 150. Театр это был у нас здесь местный. Мне дали вот такой вот бланк. Он «Welcome new citizens, register to vote today». Мне надо зарегистрироваться, чтобы голосовать. Я должен был это сделать, где еще первый день, но мне что-то было влом. Надо в ближайшее время зарегистрироваться, чтобы я мог голосовать. Здесь вас научат, я так понимаю, подсчитывать голоса, рассказывается, зарплата 150-180 в день, если вы хотите подработать, но это все не суть важно. Вот, и тут второй бланк, значит, калифорнийская регистрация для голосующих. Голосовать могут, естественно, только граждане. Один момент такой. Здесь я живу в Силиконовой долине, или как у всех Бадхёрси, когда я говорю Силиконовая, говорят Кремниевая, правильно, Кремниевая долина. А здесь очень много азиатов. Вот. И когда проходила эта церемония, еще до церемонии вручения сертификата гражданина, рассказывали о том, как регистрироваться, голосовать, где это делать и так далее. Рассказывали на 5 языках. На английском, на испанском, на китайском, на филиппинском и на вьетнамском. То есть вы представляете, да? И это причем по закону вот этой каунти, в которой я живу, так надо было делать. Короче, трындец. А здесь еще у нас есть брошюрка Voters Guide. То есть она рассказывает, как вам голосовать. Надо будет почитать на досуге. Вот, всякие сайты, там телефоны разных, где эти, все эти штуки находятся, даже не знаю, как они называются. Голосовальные участки. Не знаю. Вот, дали мне Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов. Вот такую книжечку. Да, она называется Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов. То есть вы понимаете, что здесь, скорее всего, они самые находятся. Да, здесь именно Декларация независимости и Конституция. Amendment, поправки. Ну, то есть, интересно почитать, безусловно, как гражданин я должен все это хорошо знать. А вот с этой мы читали был Oath of Allegiance. Это мы присягу давали. А вот. Также давали присягу флагу и пели мы вначале вот The Star Spangled Banner, то есть это гимн. Была такая церемония, вышла женщина в такой красивой одежде, она как с американским флагом, у нее был верх. И вот она пела, а мы ее все подпевали, и там был большой экран, и на нем как в караоке бежали слова, и можно было читать. И вот дали еще альманах гражданина, The Citizen Альманах. Здесь рассказывается вообще про Америку, о ценностях, о правах, истории, самые яркие моменты, стихи, там писатели. Ну, то есть, такие интересные вещи про Соединенные Штаты, очень интересно прочитать. Я знаю, что мы не особо историю Америки учим там, то есть поверхностно, но здесь как бы вглубь немножко
Вот очень-очень классная штука, обязательно прочту. Так, здесь вот у нас, ну это мои документы тут, которые я с собой брал. Копии, точнее, не знаю, зачем их просили, они не понадобились. Да, вот этот волшебный конверт. У вас, наверное, все будет зеркальное. Не знаю, скорее всего. Вот, в нем, во-первых, поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы с тем, что, ну, это, естественно, копия, но на бумаге Белого дома она такая с этими с водяными знаками, рельефная. И тут роспись Обамы, и он очень рад, что я присоединился к гражданам США. А также мой сертификат американца. Так, сейчас. Что-то не такое. Вам. Не хочу, короче, палить его особо. Ну вот, короче, это я. И вот он, сертификат гражданина. Значит, с ним я пойду на почту, там сделаю фотографию, подам документы необходимые и сделаю паспорт американский с этим сертификатом. Вот. По-моему, это все. Да, похоже на то. Это все документы. Я, безусловно, очень рад. Это, кстати, случилось уже неделю назад, почти я все никак не мог видео записать. Очень рад, что я стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Для меня это большая честь. И я уже здесь 6 лет живу, исправно плачу налоги и многое отдал для этой страны свое время и знания, и свои цели. Как бы многое было сделано, и поэтому я действительно рад. Для меня это большая честь. И теперь я могу называть Америку своим домом. Вот. Хотел рассказать большую-большую речь о стране возможностей, что сюда приезжает человеку, как бы если он работает, усердно работает, он, если он, у него есть цель, то он добьется, чего хочет. И Америка ему это дает. Она реально дает возможности. Вот я хотел об этом поговорить, но, не знаю, наверное, надо записать об этом отдельное видео, будет очень длинно. Еще хотел рассказать, на самой церемонии было 500 человек, и что интересно, я единственный был из Беларуси, там еще было пару людей из стран СНГ, но поскольку это такая айтишная эрия, и, ну, я не знаю, как так получается, по сути, эти мигранты, это лет 5-6 назад они приехали, которые со мной вместе паспорт получали, и вот они называли вот страну и встаньте, да, из того какое-то количество людей из этой страны, они оставались стоять. То есть я там один встал, там из Азербайджана там одна женщина встала, то есть там из России два человека встало, из Украины там два человека встало. Ну, то есть вот так, по мелочи. А из 500 человек, наверное, вот сказали, назвали Китай, встало процентов 30, вот всех в зале, то есть потом сказали Индия, тоже встало процентов 30. И Мексика тоже стала процентов 30. Вот, то есть демографическая ситуация, ну, как бы сейчас складывается такая, ну, или сложившая, которая была 5-6 лет назад, когда эти люди приезжали, сейчас же они документы получают, они тут жили. То есть 30% китайцы, 30% индусы, 30% мексиканцы. Вот, нашего брата здесь хоть и много, за что, наверное, сказать Михаил Парнов, непосредственно в Бэйри, потому что очень много людей из СНГ через него приезжает, но не так много, как действительно вот азиатов. Вообще удивительно, на самом деле церемония была такая эмоциональная, и гимн, и видео, там президент тоже говорил видео, и вообще, не знаю, это сложно объяснить, но я когда оттуда вышел, вот я вот действительно сел там в машину, еду, я думаю, вот да, вот я гражданин. Это приятное ощущение, приятно осознавать себя гражданином Америки. Вот, и я не хочу рассуждать на понятии Родина там и так далее, но
Я не знаю, мне кажется, родина — это такое слово, которое... Ну, у каждого оно свое, правильно? Для кого-то это близкие люди, для кого-то это места, где он вырос. Вот. Для меня в первую очередь это, конечно же, близкие люди и место, где тебе рады, где ты можешь из себя что-то сделать, где люди относятся к тебе уважительно, где есть культура определенная. Вот Америка для меня, я не могу говорить, ну, родина, потому что, в принципе, это такое большое слово, да, но это мой дом. Теперь я чувствую себя человеком, который вот является частью этого огромного, сильного, справедливого государства. Такие дела. Вот, еще раз поздравляю себя и всех вас, которые стремятся к этому. Я вам желаю, чтобы вы приехали в Америку и смогли реализовать свою мечту, получить гражданство, остаться здесь и вступили в наши ряды. Все, всем спасибо. С вами был Хвостович Александр, ведущий проект «Америка для успешных» и блога «Хвостович Лайф». Всем спасибо и пока.